Вроде мы там что-то в Литве, Латвии покупали какие-то акции, то есть какая-то собственность у нас там есть. В Калинов терминале? 30%. 30%. Это говорит о том, что мало того, что эти санкции незаконно увели, так еще и фактически забрали вашу собственность. Отжали. Да, поэтому это не должно безнаказанно пройти. Продумайте и мне доложите, какие меры мы можем и примем в ближайшее время и в среднесрочной перспективе. Отбирать, отжимать собственность никому не позволено. Мало того, что там наши санатории, где мы лечили чернобыльцев, как ты говоришь, отжали, так и здесь же, это же немалые деньги. Поэтому меры должны быть приняты. Есть. Как сегодня, завтра, так и послезавтра. Есть.